Итак, привет, ребят. Сегодня хочу вам рассказать о очередном способе надувательства нашего народа. С чего началось? Получил по почте вот такую писюльку. По-другому это не назовешь. Обрати внимание, оплатить нужно срочно 5548 и там еще за что-то того-то 31186. 31, то есть 181.86. Есть у нас даже квитанции. Есть QR-код и прочее, прочее, прочее. Глупый человек, увидев вот такую фразу, налоговая 33, сразу испугается, пойдет оплатить, чтобы лишних вопросов не было. Как говорится у нас, заплати налоги, да спи спокойно. Но я-то знаю, что я налоги плачу. И никаких 5548 и тем более 31181.86 я никому не должен. Сходил я в налоговую после этого. И какое же удивление, я никому ничего не должен, кроме небольшого транспортного налога на 1468 рублей. А самое главное, сравните, вот квитанция из налоговой, а вот квитанция от не пойми кого. Сейчас вам приложу даже, чтобы было более виднее. Вот две квитанции. Квитанция от не пойми кого. Даже видно шрифт в районе, где налоговый какой. И квитанция от нормальной налоговой. Даже сами платежки по себе отличаются. Я уже молчу то, что коды и некоторые циферки расходятся. Так что если вам пройдет по почте какая-то, извиняюсь за выражение, хрень, сравните, подумайте. И сходите еще раз в тот орган, кто вам прислал, убедитесь, то ли это. А в данном случае надувательство не прокатило. Спасибо за просмотр, разошлите всем, кого знаете. Чтобы мошенники остались без хлеба.